Привет, я Алена, ты на моем канале, я медицинский психолог, работаю онлайн, работаю с натуральными средствами оздоровления. Если у тебя есть вопросы по стрессу, по тревоге, по отношениям, это все в этом блоге. Сегодня мы говорим про странную тему, про овощи и почему овощи и профилактика нервно-психических расстройств. Я тебе сейчас объясню, ты поймешь и, соответственно, думаю, в твоей голове немножко что-то улучшится. Напоминаю, что сегодня очень много проблем психоневрологических зависит от внутреннего состояния, внутреннего метилирования, внутренней работы органов и детокса. Огромное количество сейчас токсинов, которые приводят к разрушению внутренних сред. И почему овощи? Почему овощи? Потому что с ними не надо долго возиться, и в них есть огромное количество, как я говорю, фитонутриентов, которые поддерживают твою нервную и иммунную систему. Овощи обычно это источник ферментов, микроэлементов и макроэлементов. Самое главное ферментов. Очень у многих есть проблемы с пищеварением, неусвоением. И, соответственно, можно и нужно употреблять много овощей именно сырыми. Имейте в виду, что если овощи, конечно, качественные, потому что бывает так, что овощи с пестицидами, это тоже не очень хорошо. Напоминаю, что овощи, листовая зелень приносит в ваш организм настолько пользу, насколько вы себе даже не представляете. Там есть фолаты, там есть огромное количество фитонутриентов, которые нужны для энергии и для сил. И у людей, у которых есть депрессивные состояния, тревожные состояния, очень часто я просто вижу избыточное количество фруктозы, сахара, лактозы и недобор микро- и макроэлементов, которые необходимы на ежедневной основе. Не тогда, когда что-то заболело, что-то там случилось, а именно на ежедневной основе. Если вы чувствуете упадок сил, если вы чувствуете хроническую усталость, если у вас просто нет энергии, постарайтесь просто внедрить несколько порций овощей в день. Напоминаю, овощи это не замена вашего полноценного белка, это дотация по микроэлементам, которая дает вам энергию и действительно настоящие силы, а не искусственные, как чашка чая или выпитый кофе, в котором, ну, есть антиоксиданты, конечно, но это помогает только при условии метаболического синдрома, там еще некоторых моментов. Ну ладно, об этом я потом вам расскажу, о лайфхаках про кофе. И да, правда, кофе тоже интересный момент. Овощи употреблять придется, если вы хотите жить долго, не болеть ни психологически, ни физически. Подписывайтесь на мой канал, здесь все про здоровье. Пока!